Приветная радость. Наступила ночь. Это значит, что наступило время для сказок, для мрачных сказок. И сегодня я буду говорить про Алевтину и Тамару. Мне очень хотелось, чтобы по завершению это стало сюрпризом для читателя, это стало чуть сюрпризом для зрителя. Такая вот сложно сочиненная книга, сложно сочиненное произведение с таинственной, с психоделической концепцией, хитро запутанная, оформленная как нечто магическое. Сложная для прочтения, сложная для понимания. Мне казалось, что это должно невероятно привлечь зрителя. Но по факту оказалось наоборот, что было бы неплохо дать читателю возможность полюбить героев, полюбить этот мир. Я постараюсь наверстать упущенное и как можно подробнее познакомить вас с этим миром, с этими героями, с этим произведением. Сегодняшний ролик, сегодняшняя история будет затрагивать историю создания книги. Вот эти вот скетчбуки здесь стоят совершенно не зря. В них всех содержатся какие-то упоминания про сказки, про героев. Как я уже рассказывал, книга создавалась на протяжении 10 лет. И многое часть работы была сделана именно в скетчбуках. В виде эскизов, записок. Там даже содержатся некоторые иллюстрации. И сегодня я буду показывать их и рассказывать. Я заранее каждый скетчбук заложил в необходимом месте закладочкой, чтобы было не так сложно искать. Это скетчбук, который я начал заполнять в 2008 году. И в нем впервые, вот, видимо, появляется, честно скажу, я не помню, как я рисовал эту иллюстрацию. Я лишь вижу, что это козел. Это козел. И он из книжки про Алевтину и Тамару. Вероятнее всего, в дальнейшем этот непонятный козел трансформировался в козу. То есть здесь козел выступает как некий демонический символ, стоящий на горе, и вокруг него выжженная горящая земля. Я точно помню то, что изначально для меня коза, козел, этот персонаж содержали в себе что-то, темную мистику, какую-то темную магию и нечто демоническое. Но в процессе она трансформировалась в более позитивный образ, который говорит о плодородии, о некой созидательной, то есть несет какой-то созидательный символ. Это скетчбук приблизительно 2010, может быть, 2011 года. Ну, здесь явно я увидел, что здесь на этой странице происходит вот разработка первой иллюстрации про Алевтину и Тамару, где Алевтина спит, а Тамара не знает, что Тамару уже не спасти. Как я уже многим рассказывал, точно не рассказывал об этом в роликах, но все началось именно с иллюстрации, вся книга началась с иллюстрации, и первая иллюстрация была нарисована вообще в фотошопе. Да, первая иллюстрация была создана в фотошопе, спустя приблизительно год я решил повторить ее в живых материалах, в виде графики, на бумаге. И здесь вот шел поиск композиции, хотя изначальная идея уже была заложена. В этой композиции соединилось несколько подходов. Во-первых, на тот момент
Я помню, я был под сильным впечатлением от некого ощущения подземного мира. Здесь даже по соседству вот находится иллюстрация «Мать сыра земля». Именно про вот эту подземную жизнь. И также я помню то, что я перерисовывал свою картину «Русское поле экспериментов» приблизительно похожим подходом к композиции, который меня как-то пленил в свое время. Это также скетчбук того же приблизительно периода времени. И здесь нарисована одна из глав про Алевтину, про Тамару, где она застыла вот в одном из собственных камней, которыми она преломляет реальность. Если говорить о персонажах книги, то главным героем, конечно же, является Ленька. А Алевтина и Тамара — это его две сестры, которые представляют из себя эмоциональное, Алевтина представляет из себя эмоциональное начало, Тамара представляет из себя интеллектуальное начало. И вот как символом в книге показаны ее камни, с помощью которых она как инструментом пользуется, исследуя и воздействуя на реальность. И здесь даже по бокам можно вот обратить внимание на то, что здесь нарочито подчеркнуты, в смысле дополнительно подчеркнуты еще также основные, в моем понимании, интеллектуальные аспекты. Это трансформация вот с этой стороны и время с этой стороны, течение времени. И это иллюстрация про Леньку. Ленька — это, собственно, как я уже сказал, главный персонаж книги. И это иллюстрация, где он, в общем-то, появляется и сформирован впервые как видимый персонаж. Я был вдохновлен историей Вуйчича, когда создавал своего персонажа. И что естественно, отразилось очень сильно в его внешности и, в общем-то, сформировало основную проблему. В начале книги мы видим, что в начале книги мы встречаем Леньку счастливым, хоть и немощным, и его немощность вынуждает, ну, то есть как бы двигает его дальше по истории, несмотря на его желание. И происходит смерть и перерождение героя, но перерождение не в идеальной форме, а в форме кадавров, которые он уже не испытывает той простой радости от жизни, которую испытывал лежа на траве. Имеет больше наделен силой и возможностью исследовать этот мир и перемещаться, но счастье для него потеряно. И основная история произведения заключается именно в том, что мы наблюдаем за тем, как Ленька пытается найти это счастье. На этой половине эскизы к одной из моих самых любимых иллюстраций в книге про мать, где впервые появляется мать. Здесь мы видим вот фигуру Алевтины и Тамары. Алевтина и Тамара на тот момент уже были сформированы. Как они вот встречают мать. И здесь вот чуть
чуть больше идет проработка. То есть тогда, насколько я помню, у меня состоялась поездка. Мы жили в Москве. У меня состоялась поездка за город, где я очень был сильно впечатлен пейзажем. И помню, гулял в одиночестве там немножко и смотрел на берег реки, как там под порывами ветра шевелилось дерево, и было вот это вот ощущение, что дерево движется не просто от дуновений ветра, что это некое живое существо, и вот в голове родился вот этот вот образ лавкрафтианский. Здесь простая разработка дизайна, страницы. Изначально мной предполагалось, что все страницы будут оформлены абсолютно одинаково, все они будут иметь одинаковую структуру из четырех скринов, четырех иллюстраций сверху и одной большой снизу. На тот момент я уже начал делать одностраничные комиксы. У меня на тот момент был сделан комикс про, который называется «Бесполезность», про кусок мяса, который просто портится. То есть кусок мяса на протяжении вот этого вот микрокомикса, он просто портится. Был комикс «Сон в четырех действиях с пробуждением», где на четырех скринах видны разные смерти собаки. Эти сны собак мне снились на самом деле. А на четвертом скрине, на основном, было пробуждение кошки. Вот. Но в результате потом я отошел от этой концепции. То есть первые несколько страниц были выполнены именно так. Но в дальнейшем в книге появилось значительно больше разнообразия. Вот. Здесь тоже какое-то уже продолжение истории про Леньку. Когда он... Следующий скетчбук, это примерно 2012 год. Здесь впервые появляется коза. Она символизирует созидательную деятельность Алевтины и Тамары. Символизирует некое дело, которым они занимаются. И сама история рассказывает о том, что изначально может казаться, что результаты еще очень не близки, что путь долог, сделано очень мало, и труд кажется просто непомерно чудовищно титаническим. Но если продолжать им заниматься, несмотря на страхи, то рано или поздно он уже не будет выглядеть таким страшным. На этой страничке мы впервые встречаем Тамару. Почему именно Тамару? Потому что Алевтина была нарисована уже на тот момент дважды на иллюстрации, где она спит и не знает, что Тамару уже не спасти. Вот. А внешний вид Тамары был непонятен, но вот нужна была такая парочка, которая была бы достаточно контрастна. Тамара сразу носила какое-то... Могу сказать, что изначально вот эта идея того, что Тамара носит именно интеллектуальное начало, не была сформирована. Было просто вот какое-то интуитивное желание сделать двух непохожих друг на друга персонажей. И вот были такие варианты, что Тамара могла быть совсем маленькой худой девчонкой, либо очень долговязой худой тоже барышней. Но вот в результате она получилась такая вот сообразная немножко, я бы сказал, Алевтине, но не такая крупная, не такая дородная. Вообще в этом скетчбуке довольно много эскизов для книги. Здесь впервые появляется волк. И сразу же рядом с волком появляется
преображенный, вот этот вот уже трансформированный Ленька. Волк в книге на тот момент, когда я уже начал разрабатывать вот этого персонажа Волка, я уже думал о том, что это за сущности, какую смысловую нагрузку они несут. И волк сразу, волки сразу были задуманы как визуализация, как символ проблем, с которыми герои сталкиваются в жизни, которые просто есть всегда, которые просто постоянно приходят. И с ними нужно как-то справляться, уживаться, как-то их решать. Вот, и Ленька стал как бы таким носителем этих проблем, которые, с одной стороны, являются для него опорой, поддержкой, формируют его возможность двигаться, но, с другой стороны, приносят постоянно некое страдание, несчастье. В этом скетчбуке впервые появляется вот этот вот персонаж дед. Их тут на самом деле аж целых два. На обороте нарисован еще один дед. Но изначально они не были задуманы как персонаж книги. Это были самостоятельные герои, которые были запланированы для мини-концепции мира, в котором вот живут такие старики на своих старых кожаных чемоданах, ландшафты вот заброшены такими чемоданами, и вот они такие старые заросшие старики в очках бегают и бухтят про свою жизнь. Насколько я помню, концепция была еще более наполнена разнообразными подробностями, но сегодня не об этом. В этом же скетчбуке заготовки для создания главы про птиц. Птица – это основная проблематика также в книге, которая символизирует счастье. И в книге прямым текстом написано, что слово есть – птицы, а самих птиц нет. То есть в этом мире, в котором проходит путешествие Леньки, нет счастья. То есть для того, чтобы найти утерянное, то есть найти то, что он утерял изначально, получив силы, символически умерев, фактически даже можно сказать, ему хочется, он желает найти счастье. Вот. И здесь вот я формировал концепцию, как показать вот этих вот птиц, которых нет. Методика была такая, что я изначально много раз просто писал слово «птицы», и пока я писал слово «птицы», в голову приходили бессознательные ассоциации с этим словом, спицы, ступицы и так далее. И в результате вот из вот этих вот механических каких-то элементов были в результате собраны иллюстрации для этой главы, которые пошли вот в финальную главу. Здесь же появился вот этот вот мурмурация в городе, которая тоже символ бесконечности, плюс ко всему, который проходит красной нитью через все повествование. Плюс ко всему, одну из глав я оформил вот именно как концептуальный вот этот поиск. И здесь же иллюстрация про кошмары Леньки, про кобылу. Кошмары Леньки на самом деле означают кошмары Леньки. Ну, то есть, поскольку я в своем творчестве довольно часто обращаюсь ко снам, я периодически думаю, откуда берутся образы, как они сформировываются, почему, например, мне во взрослом возрасте перестали сниться кошмары, почему меня так не пугают мои страшные сны. Вот. И здесь вот примерно написано тоже
Я прочитал вдруг словечки, написанные под словом кобыла. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. О том, что Леньке изначально было страшно смотреть кошмары, когда чуть позже уже, когда он повзрослел, это стало не так страшно, и вот у него даже появилась своя любимая кобыла. Да, можно сказать, что тут создание персонажей, героев и сказок идет не очень, на самом деле, в хронологическом порядке. Здесь мы можем видеть, как вот впервые появился персонаж Лиха. Я его довольно долго обдумывал, была не очень понятна его роль, он довольно быстро сложился концептуально и визуально сложился его образ, и было понятно, что это что-то метафизическое, может быть, даже пугающее, мистическое существо, но какую оно несет функцию в произведении, было неясно. И вот на тот момент оно выглядело, он Лихо, выглядел как вот такой вот древний лесной монстр. Ну, он так и остался лесным монстром, но вот на тот момент был довольно монструозен. И самое что интересное, здесь же мы видим других друзей Леньки, которых вот он пытался для себя собрать. То есть история сказки про Лиха о том, что дружбу нельзя сделать нарочито, нельзя состряпать ее из того, что есть, нельзя сложить из палочек, коробочек, глины и горшочков себе друга и наслаждаться этой дружбой, все это развалится и будет нежизнеспособно. И только настоящий друг, вот так вот, как Лихо, случайно появляется из леса, и, может быть, ты даже не сразу можешь разглядеть эти отношения, но со временем обязательно рассмотришь. Здесь дальше продолжается поиск внешности Лиха. Маска, которую он носит. Получается, что он в зеркале видит себя, но не может себя разглядеть, и поэтому видит там разнообразные маски. И точно так же его взгляд не может проникнуть сквозь таких вот персонажей извне, как Лиха и как Пряха. Поэтому они тоже носят маски. Здесь вот разработка эскиза. Картину, иллюстрацию с Лиха я перерабатывал трижды. Первый раз она была нарисована сразу на листе после разработки внешности Лиха. То есть сразу после вот этой иллюстрации. Вот эта вот иллюстрация с разработкой внешности, она была просто увеличена на листе. Но я остался очень сильно недоволен настроением, которое оставляла эта иллюстрация. Оно какое-то было слишком детское, слишком простое. А мне как будто бы сильно не хватало сложности. Сложности, какой-то загадочности, мистичности во всем этом. Вот. И после этого я перерисовал еще раз иллюстрацию. И здесь же мы видим, как Ленька сидит на цепи у Тамары. И здесь еще очень интересная штука. Сказка про гребешок. Сказка про гребешок, которую я в результате не нарисовал. То есть она была придумана, но не попала в сказку. Не попала в книгу. Эта сказка была про то, как Ленька бросает гребешок, из него вырастает лес снова. Это один из
известных мотивов в русских волшебных сказках про волшебный гребешок, который возникает как препятствие для врагов. И вот Ленька приобретает такую вот способность спасаться от врагов, выращивая лес. Но я решил то, что для конечной истории этот мотив, он, в общем-то, не нужен, потому что на самом деле Леньку никто не преследует. Так, и здесь один из замечательных разворотов, на котором нарисован форзац книги. Вот, и у меня несколько раз была ситуация, когда я принимался искать эту иллюстрацию в папке и не находил. И думал, что я ее уже навсегда потерял. И вдруг вспоминал то, что я по неопытности нарисовал этот форзац в развороте скетчбука. Задний форзац книги я уже нарисовал, но на отдельных листах. А здесь еще одна сказка. Здесь еще одна сказка про то, как Тамара ворует, забирает у матери жупел. Изначально появилась идея, что Алевтина и Тамара должны воскресить Леньку при помощи каких-то магических элементов. И этими магическими элементами, естественно, была мертвая вода и живая вода. И я решил назвать один элемент нефть, а другой элемент жупел. И один элемент должна была добыть Алевтина, конечно же. Второй элемент должна была добыть Тамара. И Тамара как интеллектуальная часть и более строгая часть, более организованная, ей, конечно, полагалось пойти за мертвой водой. И мертвая вода оказалась у матери. Вот, а за живой водой... за живой водой пошла Алевтина. И живую воду она добыла у рыбы. И самое что интересное, рыба это при этом символ смерти, а мать вполне себе живая. И Тамара похищает на самом деле слово матери. То есть она похищает как бы часть ее души. То есть она вот эту часть души матери вкладывает, получается, в Леньку. То есть ее характер, ее персоналити вкладывает в Леньку. И вот здесь мы видим вот этот вот момент похищения Тамарой жупела. Здесь нарисована еще одна иллюстрация про Черное озеро. Черное озеро – это некое мистическое место в лесу, куда Тамара и Алевтина приходят умирать и возрождаться снова, и куда Ленька не имеет доступа. То есть здесь явно прослеживается история, связанная с рыбой, которая плавает в подземной воде, и здесь вот каким-то образом вот находится выход в это вот подземное царство мертвых. Здесь же рассказывается вот эта история про бесконечное перерождение Алевтины и Тамары и вновь появление Алевтины и Тамары в своих же воплощениях, то, что с ними ничего не происходит, они не меняются. Здесь же, примерно в этом лесу, интуитивно, здесь же в этом лесу происходит встреча Леньки с пряхой. Здесь же он пьет из радужного источника. Вот. Здесь же с ним происходит большая трансформация, то есть где-то в соприкосновении со смертью. Собственно, вот эта алхимическая история
про соединение жупела и нефти, как они сплетаются вместе и создают некую трансформирующую спираль. Изначально идея была в том, что нужно скрестить, подружить друг с другом две вот эти части, Алевтину и Тамару, чтобы они сообща, соединив свои силы, помогли Леньке, в общем, выбраться из этого темного царства, найти дорогу к счастью. Но на тот момент этого оказалось недостаточно. То есть нужны были какие-то еще дополнительные силы для того, чтобы двинуть Леньку дальше. И здесь мы видим... Здесь находится еще одна сказка, которая называется «Конец». Это не настоящий конец сказки, где мы видим, в общем-то, объединение Алевтины и Тамары, но поскольку концепция книги, концепция сказок развивалась в процессе создания истории, мне было еще не до конца, не окончательно ясно, что же должно наконец произойти, когда Алевтина и Тамара соединятся. Почему-то казалось то, что это должно быть какое-то взаимное уничтожение и конец превращения Алевтины и Тамары в какие-то подчиненные элементы, которыми теперь сможет пользоваться и Ленька. Но себя не обманешь. И история продолжилась дальше, а псевдоконец на какое-то время я его вообще убрал из сборника сказок, а потом вернул. А потом вернул как такую вот шутку. Это довольно поздний скетчбук 2018 года. Я помню то, что мне очень захотелось материализовать Леньку, сделать его очень убедительным, сделать его текстурным, не стилизованным, близким к реалистичному изображению, к реалистичным пропорциям. И вот что из этого получилось. В книгу сказок эта иллюстрация не вошла. Здесь мы видим проработанную, законченную иллюстрацию про кошмары. Сказку вообще про кошмары, потому что на следующей странице находится продолжение сказки. В очередной раз я решил сделать иллюстрацию, закончить иллюстрацию внутри скетчбука. А это вот верхняя часть ее сказки. Всю работу над книгой можно разбить приблизительно на две части. Первую часть я делал приблизительно до 2016, наверное, 2015 года. И дальше процесс работы над книгой начал немножко угасать. Я больше переключился на профессиональную деятельность, много занимался семейными вопросами, бытовыми вопросами. Вот, потом переехал на Кипр. Да, там же где-то в 2018-2019 году меня застигла врасплох депрессия, что тоже негативно повлияло на работу над проектами. Вот. И вторая часть уже я работал над книгой очень усиленно здесь, на Кипре, после переезда, начиная приблизительно с 2019-2020 года. И вот сейчас мы как раз перешли ко второй части вот этих вот работ и наработок, скетчбуков, которые были сделаны приблизительно в это время. Вот, наверное, нужно начать с этого скетчбука. Здесь мы видим буквицу. Это буквица для сказки про червя. Изначально вся буквица у меня была нарисована квадратами. Вот.
А потом я решил больше их разнообразить, сделать сказки с более длинным содержанием, с длинными текстами. И для этих сказок с длинными текстами я начал разрабатывать буквицу с немножечко другой композицией. Здесь финальная сказка про Леньку, который, наконец, обретает полностью силы, принимает свою природу, принимает свою тень, принимает свою негативную волчью природу, узнает себя в отражении, набирается храбрости при помощи той же самой пряхи, и берется за дела, берется за ковку собственной судьбы, и начинается она с того, что из этого мира, который обусловлен правилами матери, он выбирается. История заканчивается, в общем, тем, что Ленька выбирается. Здесь еще разные композиционные решения. Значит, здесь мы видим, опять же, как я уже сказал, Леньку теперь уже с волчьей головой, но надев волчью голову, он обретает как раз более человекообразное тело. То есть он уже больше не страдает в теле животного. На дальнем плане, над горами, мы видим силуэт мурмурации, который представляет из себя портал в другой мир, в мир, где можно обрести счастье, где существуют птицы. Это наработки для схемы черного камушка, как, в общем, он символизирует то, как Ленька собирает все полученные им знания, все подарки жизни, собирает в единый инструмент, артефакт, которым он в дальнейшем может пользоваться, который делает его, опять же, сильным, оружным, вооруженным. Куда делась коза? Ну, коза на самом деле никуда не девалась. Эта сказка в дальнейшем трансформировалась про то, что коза выросла огромная до небес. Здесь в книге встречаются небольшие концептуальные сказки. Одна из таких сказок – это вот про дупло, о том, что периодически всем хочется спрятаться в какое-то дупло, закрыться от реального мира, переждать непогоду, отдохнуть. На этой странице нарисована концепция старухи. Что это такая дряхлая мать, которая уже дожила до некого немощного состояния и находится вот в состоянии Леньки, что она не может шевелиться, ее приходится кормить с ложки, и они поменялись, ну, как сказать, она поменялась с Ленькой местами. Теперь она находится в таком немощном и подчиненном положении. Да, вот здесь вот, значит, здесь мы видим, да, продолжение вот этой вот истории рассказа про старуху. Здесь как раз мы вот видим Алевтину и Тамару, которые выполняют функции нянек, сторожей старухи, кормят ее и следят за тем, чтобы она не умерла. И здесь вот случайным образом попадается, значит, у нас разработка эскиза для сказки про игру, в которую играл Ленька и Лиха, в котором Лиха Леньку постоянно обыгрывал до тех пор, пока Ленька не стал играть по своим правилам в эту игру. Здесь мы вот видим первые наработки для пряхи. Изначально она была совершенно носила вот такой вот мистический
проницательный характер, но в результате чуть позже приобрела более человечную внешность. Да, вот здесь вот в этой части идет было очень много проработок сюжета, жизненных линий каждого из персонажей, конфликтов, как они друг с другом пересекались, к чему выходили, как их конфликты решались. И здесь вот основные прописаны ключевые точки, в которых вот происходят сломы судьбы Леньки, Тамары, Алевтины. Такие же линии судеб были прописаны для матери. Ну, в общем-то, и вот. То есть основные персонажи, которые претерпевают какие-то изменения в процессе произведения. Это мать, это Ленька, это Алевтина и Тамара. Как они меняются, какие трансформации с ними происходят. Но основные персонажи, противопоставляющиеся друг другу, это Ленька и мать. То есть протагонист и антагонист. Вот здесь мы видим, здесь я пытался сделать мать еще более мистической, то есть она превратилась вообще в какой-то куб, китайскую коробочку, которая преобразует жизнь Леньки во что-то удобоваримое, но в результате я решил, что все-таки будет хорошо сделать более антропоморфного персонажа, который все-таки по-человечески взаимодействует с главным героем. Здесь изображен эскиз для главы храма. Это одна из завершающих глав книги, одна из завершающих сказок книги, которая рассказывает о том, что Ленька путем все-таки своих стараний и страданий умудрился выстроить башню из слоновой кости, выстроить храм на вот тех липких кривых постройках, которые ему изначально удавались, которые изначально у него получались, вроде как, типа того, что у него получалось в сказке «Дом, который построил Ленька». Здесь еще вот страница с разработкой буквицы. Здесь изображена сказка, которая была нарисована перед окончательной сказкой, в которой Ленька находит выход. И это была сказка про то, что Ленька берет на себя всю ответственность за свою жизнь. Она называется «Из штанов», то есть он выпрыгивает из штанов, прикладывает все усилия, делает сверхусилия и поднимает весь навалившийся на него грудь жизни на плечи, поднимает, встает и движется дальше. То есть обретает с помощью признания в себе тени, с помощью признания в себе волка, он трансформируется, обретает силу этого волка и силу тени, и вместе с этим еще более мощно двигается дальше. Но в конечном счете я решил все-таки вывести Леньку из этой системы, потому что все-таки, на мой взгляд, история про силу и взять ответственности – это замечательно, но счастьем тут не пахнет. Здесь еще, да, несколько глав с разработкой буквицы. Здесь, возможная сказка про три стрелы в ногу Тамаре, но в результате она так не была дооформлена концептуально, образ получился интересный, но какое же это несет значение для истории, у меня так и не получилось сформировать, и я решил избавиться от этой сказки. Очередная буквица. Снова сказка про дупло. Да, здесь вот, здесь еще несколько эскизов для сказок, сказок, которые были сделаны в финале. Это сказка про
волос матери, который вот он носил в кулончике на шее и ждал, что мать его спасет. Но в результате это вот сказка. Сказка, эта идея с волосом матери, она трансформировалась немножечко в другую концепцию, что как ни крути, Алёнька все равно носил в себе части матери, как бы он не противопоставлял себя ей, она все-таки была его матерью. Здесь сказка про самый главный пень Лёньки, который, с которым ничего невозможно сделать, его вот просто нужно ковырять. То есть это вот такая вот история про, наверное, какую-то сверхидею в жизни, про структурообразующую какую-то идею, про то, что тебя движет по жизни, что делает тебя героем своей собственной жизни. То, что можно сказать характером, наверное, человека, то, что можно сказать вот его какой-то сердцевиной, душой, базой, основанием для вообще всего, что он делает в жизни. Это сказка про скрижали матери, про ее правила, про то, что мир был выстроен, в общем-то, тот мир, в котором жил и страдал Ленька, он был выстроен не по его правилам, был выстроен по правилам матери, и про то, что вот он случайно одну из скрижалей случайно разбивает. И здесь вот сказка про заботу матери, которая в детстве была нежна и прекрасна, но чем старше становился Ленька, тем больше грубила мать и, в общем, наносила ему все больше и больше увечий, делая его более-более несчастным. В книге вообще нет линейного повествования, я уже много раз об этом рассказывал, что книга написана нелинейно, мало того, она написана с параллельными линиями, она написана с разветвленными линиями, есть события, которые существуют параллельно, которые противоречат друг другу, и вот это вот одна из вот этих историй, где Ленька повзрослел, но повзрослел вот в объятиях матери. Еще одна сказка, еще один вид лиха нарисованный. Здесь он более похож на то, что я хотел изобразить. Менее монструозный и больше вот такой вот стилизованный. Здесь сказка про сад и груши. Здесь какие-то вот неизведанные мне сказки, которые я даже, наверное, и не вспомню. Что же это за сказки, откуда они взялись. И здесь, да, точно, здесь вот даже подписано, что это Тамара чертит карту местности. Здесь мы видим царь-гору, здесь мы видим дом, видимо, лес. Но в какой-то момент я понял то, что карты местности быть не может. В Алевтине и Тамаре не может быть карты местности, потому что пространство это все-таки метафизическое, оно не существует в реальности, у него нет каких-либо координат, сложно сказать, лес находится левее или правее, где находятся горы, за лесом или перед ним, поэтому в результате, естественно, никакой карты этой местности быть не может. Вот. Ну что, мы подходим к концу, мы действительно подходим к концу, это последний скетчбук с Алевтиной Тамарой, один из самых, не один из самых поздних, а самый поздний, который вот я заканчивал в прошлом году. И здесь уже, здесь нарисована вот эта вот небольшая сюжетная линия про путешествие Леньки в Черный лес за радужной водой, в процессе которой он, в общем, набирается сил для того, чтобы покинуть это место. Это цепь связанных историй,
Сейчас, к сожалению, точно не смогу сказать, сколько там было историй, 6, 7, несколько полноценных сказок, несколько больше иллюстративных сказок. Они рассказывают, да, про путешествие Леньки в Черном лесу, как он встречает там пряху. Пряха помогает ему сплести из его же шерсти, то есть из его же жизненных историй, из его же историй, дорожку из леса. И эта дорожка из леса, в общем, формирует, символизирует некий путь, указанный в качестве выхода из вот этого черного, темного леса проблем, который так пугал Леньку. Но изначально вот он набирается сил для того, чтобы зайти в этот черный лес. Помогает ему в этом лампа с жупелом, помогает ему в этом жук, слово, которое дал ему лихо, подсказал. Помогает ему в этом радужная вода, набор элементов, подарков судьбы, которые позволяют ему найти дорогу сначала к пряхе. Но в результате пряха тоже оборачивается его жизненным антагонистом, и он вступает с ней в некую борьбу. Ну, случается это потому, что пряха, в общем, с ним непосредственно взаимодействует, плетет его судьбу и таким образом начинает, ну, то есть, таким образом она начинает чувствовать некую власть над ним, некое право на владение жизнью Леньки. Это, мне кажется, ну, понятный такой мотив в истории такого персонажа-шамана, который носит символ спасителя. Вот, в общем-то, и все. На этом заканчивается наш тур по скетчбукам. По скетчбукам, в которых я рисовал эскизы для сказок, для книги про Алевтину и Тамару. Возможно, в одном из следующих видео я расскажу еще подробнее про синопсис, расскажу подробнее про путешествие героя, потому что мне кажется, это будет очень интересно. А сейчас крепких, добрых снов вам. До новых встреч.